скоро, сразу после выборов. Очень скоро, если вы будете рассказывать, а не делать. Виктор Федорович, це все, що... Я об этом вчера сказал премьер-министру, сегодня вам говорю и всем остальным, кто здесь вот сидит в первом ряду. Полтора месяца осталось. Хотите играть в политику? Поиграйте в политику. Я не дуже зрозумів, ну скажіть, будь ласка, ми... Рассказчик. Клименко. Председатель налоговой администрации.